круассаны, пицца, пироги, багеты, разные блюда в горшочках и многое другое. Сегодня, в 21 веке, всю эту кулинарную прелесть, как правило, готовят в конвекционных печах. Сейчас мы расскажем вам о наших разработках, представленных на международном рынке под брендом Abarth. Поможем вам подобрать именно ту модель конвекционной печи, которая идеально подойдет именно вашему ресторану, кафе, комбинату питания или просто станет отличным помощником на вашей кухне. В модельном ряду Abarth представлены конвекционные печи как с электромеханической, так и с электронной панелью управления. Сказать с уверенностью, какая из них лучше, нельзя. У каждого повара свое мнение. Некоторые выбирают механику, так как не доверяют новомодным штучкам, а кто-то же наоборот по максимуму облегчает себе жизнь, сохраняя в памяти печи с электронной панелью управления весь процесс приготовления. На механической панели управления время и температура приготовления продуктов задаются вручную. Также на ней располагается кнопка ручного впрыска, пара и подсветки. На электронной панели время, температура и влажность в камере могут быть подобраны для приготовления пищи один раз и записаны в память, что позволит не выставлять режим каждый раз вручную, как в печах с механической панелью управления, и сэкономить время повара. Всего возможно записать до 99 четырехэтапных программ. Для каждой конвекционной печи предусмотрена комплектация расстойчными шкафами HRT-8, размер 600 на 400 и HRT-801, размеры 460 на 330 и 435 на 320. Каждый из расстойчных шкафов вмещает до 8 противней. Также конвекционные печи можно установить на подставки ПК-8, ПК-801, ПК-802. Внутренняя камера конвекционных печей торговой марки Abarth выполнена из нержавеющей стали с высокой степенью антикоррозийной устойчивости или из эмалированного металла. В камере имеются специальные направляющие, в которые мы устанавливаем противни. Всего 4 уровня. На задней стенке камеры расположен вентилятор, при работе которого создается равномерное движение горячего воздуха. Обратите внимание, углы камеры специально скруглены. Именно это позволяет сделать воздушный поток внутри плавным. И еще, такая аэродинамика облегчает очистку камер, в углах не скапливается копоть и остатки жирового налета. С правой стороны камеры размещена подсветка, и благодаря ей можно визуально контролировать весь процесс приготовления на всех стадиях и на каждом противне. И еще один важный момент – это система пароувлажнения. В своих печах мы используем инжекторную систему впрыска воды. Влага через форсунку распыляется на вентилятор, вокруг которого расположены кольцевые нагревательные тенны. Вода испаряется и образуется пар. Дверцы печи выполнены из специального жаропрочного теплоотражающего стекла. В конвекционных печах Abarth используются только профессиональные комплектующие ведущих российских и зарубежных производителей. Это гарантирует качество, надежность и долгий срок эксплуатации наших изделий. А широкий ассортиментный ряд конвекционных печей торговой марки Abarth позволит подобрать оптимальную модель и удовлетворить требования любого клиента.